Всем привет! Сегодня мы рассмотрим новую постройку в бете. И прежде чем вы начнете смотреть это видео, у меня две просьбы. Первое, это не бежать в сообщество и не спрашивать, когда у вас это все появится. Ответ на этот вопрос такой. Это появится в версии 2.13.0 или выше. В сообществе никто на этот вопрос вам не ответит. И вторая просьба. В комментариях не спрашивайте, пожалуйста, откуда у меня столько золота. Это не оригинальное королевство, это бета-версия клиента. Здесь я попросил золото для своих обзоров, они мне скинули. Потому что это не вводит никакой дисбаланс в игру и так далее. То есть это не оригинальное королевство. Итак, поехали. Теперь рассмотрим новую постройку. Постройка находится у нас... Она находится вот здесь, где это у нас крепость. Здесь еще нету, но, возможно, здесь тоже будет еще одна постройка. Так, теперь постройка находится вот она, вот здесь. Древняя башня дракона называется. Так, мы ее улучшим. Улучшить бесплатно. Так. Ага. Так, мы ее улучшили теперь. После того, как мы улучшим, мы нажмем на башню дракона. Вот она, иконочка. Так, выше уровень 0, рейтинг, вне рейтинга, выше уровень 0. Так, нажмем на... Так, у нас что у нас есть? Рейтинг. Здесь мы можем посмотреть рейтинг, кто участвовал, кто не участвовал и так далее. Теперь мы здесь расстановки можем посмотреть, построение. Так, здесь у нас предметы, как, так же, как и в игре. А здесь у нас отчеты, то есть сообщения. Так, здесь другие отчеты. Отчет 50-го, 49-го, 50-го, 49-го и так далее. Так, нажмем, в общем, выберем, нажмем битву, нажмем ОК. И выберем атаку. Больше войск у меня нет. Так, теперь здесь что-то писалось. Показать наше построение. Вот оно, наше построение. Что-то писалось, но пока перевод еще разработчики не доделали. Теперь мы будем бить ENH. По-моему, Х это все-таки по уровню. Х должен быть самый сильный. То есть E это маленький, слабый, а это сильный. Так, ладно, попробуем бить сильного. Так. Так, ого, тут новая анимация. Так, что на награда за первую кровь? Так, 1600 железа, еда, мифрил. То есть это новое сражение. Так, теперь нам еще предлагают сразу. То есть мы могли выбирать. По-моему, Хай это самый сильный, насколько я понимаю. Мы еще раз бьем этого самого сильного. Так. Победа, награда за первую кровь этой недели. Опять получаем 1600 железа. И здесь у нас 2300 раненых. И здесь мы можем посмотреть этот отчет. Отчет башни дракона. Вот он, новый отчет. Так, мои войска атакуют. Они все-таки 3000 убили, да, 57 потерял, а я 8000, ладно. Так, ой, что-то у меня не так пошло. Ага, кентавра тяжело, то есть я выбрал самого сложного. Окей, битва, поздравляем, вы завершили битву на сегодня. В общем, все битвы я завершил, получается, в день две битвы. Повысить уровень башни дракона для открытия новых уровней. Окей, повысим уровень. Так, улучшить. А почему? А, понял. Активировать. На 60 минут поставим. И у нас бесплатно сразу пойдет. Так, опять пойдем в битву. Опять выберем этого с буквы Х. Ага. Так, атака. Звезд 18 у нас. Здесь уже чем дальше, тем больше награда. 1600 железа. Угу. Далее.
Вы участвовали во всех битвах на сегодня. Повысите уровень башни дракона для открытия новых уровней. Хорошо. А что такое зачистка, интересно? Высший уровень, третий уровень, рейтинг вне рейтинга. Странно. Хорошо, лечение войск. Выбрать... О, у меня здесь очень много войск. Угу. Исцелить. Лечение. Нет единиц для лечения. Хорошо. Возвращаемся. Улучшаем еще раз ее. 12 минут. И идем еще раз на битву. Так. О! Покупка бонусов увеличивает атрибуты. Ага. Бонус к скорости похода. Бонус к расходу ресурсов на лечение. Угу. То есть вот это все бонусы можно купить за золото, я так понимаю, и за звезды, да? Это звезды у нас. У нас сейчас 27 звезд, здесь 18. В общем, мы будем рассматривать, как это все работает. Мануал мы будем рассматривать позже. Сейчас мы просто посмотрим, как все это работает. Так, возьмем расходы на ресурсы, расходов ресурса на лечение. Бонус к скорости похода. Он, в принципе, зачем он нужен, скорость похода, да? Мы не будем ничего брать. Еще раз выберем нашего с буковкой Х. Он стоит вот здесь по порядку. Это маленький, это средний, а это большой. Так, 12 тысяч. Так, 3 тысячи погибло у нас. Нажмем просто далее. Окей, вы участвовали во всех битвах. Нажимаем еще раз, текущий уровень 5. Так, улучшаем нашу башенку. Улучшить. И ускорение. Применить, применить. По-моему, сейчас уже должно быть бесплатно. Да, сейчас бесплатно. Еще раз идем на битву. Точно так же выбираем. А давайте бить вот этого N. Ударим, да? Который N. N, по-моему, это... А, да, Е это изи. Ого. Ага. Вот здесь даже VIP-очки 7 нам дали. То есть у N, то есть у среднего награда лучше, чем у тяжелого. Жалко, что XP лорда не дают за это все. Далее. Так, возвращаемся опять. Улучшаем нашу башню. Улучшить ускорение. Кстати, вот эту менюшку можно отключить в настройках. Так, битва. Ага. Е это easy, N это normal, а H это hard получается. Странно, вот эта вот анимация, я не могу прокрутить ее. Ладно. Будем бить вот этого. А что это за звезды, интересно? Что дают за эти звезды? Так, уже больше железа. На 17600. Это почти 30 тысяч, да? Мифрил. Погибло 260. Окей. Возвращаемся и нажимаем «Улучшить». Так, битва. Идем еще раз на битву. Ого, уже бонус к атаке осадных орудий. Бонус. Купить бонус. Покупка бонусов увеличивает атрибуты. Ой, я не знаю, насколько это увеличивает атрибуты. Но я не буду пока брать это все. Так, подтвердить, ладно. Мы будем опять выберем тяжелую. Это хард у нас. Странно, что за хард дают вот здесь у нас. Сейчас мы получили 21. Ладно, я сейчас на следующий раз я буду бить слабого. Хорошо. Окей. Возвращаемся. Высший уровень, 7 уровень, рейтинг 69. Так, улучшаем.
Так, улучшить. 60. Ой, я, по-моему, уже улучшил. Теперь можно идти в битву. Где посмотреть это все? Я без понятия. Исцелить сейчас 3 золотых монет. Так, ладно, битва. Давайте попробуем изи атаковать один раз. Изи, то есть это легкие, да? Так, легкий тоже нам не очень хорошую награду дал. Так, улучшаем еще один уровень, улучшить. То есть ресурсы, все-таки основной ресурс для улучшения это... Так. Это железо. Так, давайте выберем норму. Так, ну то же самое, в принципе. Так, далее. Битва. Так, ладно. Возвращаемся, улучшаем. Сколько интересно уровней у него. Так. Раз, два, три. Так, бесплатно. Ага, битва. Ага. Так, еще бафы. Ускорение скорости. Бонус к атаке осадных орудий. Покупка бонусов увеличивает атрибуты. Ну, ладно. Так, возьмем сложного. 69 звезд у нас всего. Вот, теперь этот нам дал другую, лучшую награду. То есть мы получили здесь 1600 железа, и плюс мы получили здесь аж 38 тысяч железа. Угу. Награда за первую кровь на этой неделе. Так, примените что... То есть здесь железо у нас, здесь по 50 тысяч дерева, здесь по 2000 мифрила. Я так понимаю, он дает совершенно рандомно. Рандомным образом в одном из них. О, это уже сильные войска, я так понимаю. Так, ладно, еще раз бьем сильного. А здесь мы их замочим. Так, награда за первую кровь. Здесь мы уже не получили те дополнительные награды. Хорошо. Далее. Так. Теперь улучшим. Сейчас попробуем сразу улучшить на 2 уровня, да? Повышение. Следующий уровень 11. Повышение уровня древней башни дракона открывает доступ к еще большему количеству уровней. Ага. 10-я башня дракона. 10-го уровня башня дракона. Деталей здесь нету. Детали мы не можем посмотреть. Так, ускорение. Естественно, сейчас быстренько мы прокачаем ее. Так, битва. А что такое зачистка, интересно? Так, здесь не было. Ого, купить расходы ресурсов на лечение, расходы ресурсов на лечение. Так, уже по 2 раза мы можем участвовать. Так, ага. Показать, какие войска там находятся. 85 тысяч. Эффект бонус к защите пехоте минус 10%. Бонус к атаке пехоте плюс 10%. Бьем. Можно посмотреть, оказывается, построение перед атакой. Угу. Железо. В общем, такие награды. Хорошо. Улучшим еще на еще один уровень. Так, дерево плюс железо появилось. Так. Так, башня дракона. Ага. Здесь есть карт. Как узнать, в каком из них награда? Чем выше сложность, тем богаче награда. Но, как я понял, это не так, потому что в некоторых случаях дается дополнительная награда, да? А в некоторых случаях она не дается. С
посмотреть войска. Что если еще раз нажать? А, вот она, дополнительная награда, 50 тысяч еды, награда за первую кровь на этой неделе. Так, ранено 33 541. Ага, окей. А что такое зачистка, интересно? Зачистка, зачистка, лечение войск. Ого, сколько войск у меня надо лечить. Так, и можно вылечить 37 тысяч, и можно их вылечить именно... Нет, то есть именно в этом меню можно их лечить за золото. Так, хорошо. Угу. Мой рейтинг. Какой у меня рейтинг? О, 10-й. 15-го. Они били аж 50-го, да? Ладно. Так, улучшить. Улучшить. Так, битва, битва. Интересно, что такое зачистка? Подтвердить. Купить бонус. Не буду я пока покупать бонусы. Выберем еще раз кентавра. Кстати, это же не кентавр. Уст, я проиграл. Ха-ха-ха. Ого, теперь можно уйти, либо продолжить. Нажмем продолжить. Хотите потратить минус для извлечения всех раненых и продолжения битвы? Окей. 1000 золота. Так, мы его сейчас бить будем. Ой, я даже не посмотрел. 80 тысяч. Так, победа. Но все-таки, наверное, будет каждый день там будет доступно несколько там, грубо говоря, попыток участия. О, выносливость, по-моему. А, нет, выносливость не используется в этом случае. Так, выносливость я сейчас использовал. Текущий уровень 18, рейтинг 7, уровень 17, выше уровень 17. Так, что такое зачистка? Почему не работает? Может открыть справку? Функция цветов у нас в справке. Замечательно. Так, битва. Угу. Ну? Награда за первую кровь. Я не вижу, что... Десять тысяч? Лечение войск. То есть лечение здесь происходит за золото. Двенадцать тысяч. Окей. Так, вы завершили все битвы на сегодня. Так. Хорошо. Улучшаем еще раз. Железо же мы набрали, а теперь, о, идешь 900 тысяч. Так, ладно, улучшить. Ну, вот так будет интереснее сидеть в замке 5 уровня и бить этого дракона. Хоть какой-то экшен. Битва. Хорошо. Так, лечение войск. Войска у нас есть. Лечить. Постройка 85 тысяч. Интересные построения, очень интересные. Ладно. О, здесь уже 50 тысяч еды,
VIP-очки. Здесь награда за уровень. За каждую публикацию можно получить награду. Круто. Ага, далее. Двадцать первый уровень получается, да? О, надо было лечить. Проиграть. Продолжить. Так, надо было лечить. Нет единиц. Сейчас у нас 21 уровень, да? Я проиграл. Угу. Для воскрешения единиц там нужно было 3000 аж золота. Так, а что за построение? 125 тысяч войск. Круто. Сейчас мы сделаем тоже побольше построения. Магазин. И у нас тут построение. Боже. Я допустил ошибку опять. Надо было построение создать. Так. Уйти. Так. Лечение войск. Исцелить. Так. Теперь мне нужно зайти и активировать же этот баф на 4 часа. Так. Теперь здесь лечение войск. Здесь у нас битва. Так, битва. 4000 золотых монет. Ну, битва. Так. Показать. 102 тысячи. Так, мы, пожалуй, уйдем. Я не вижу кнопки... детали. Открытые уровни 21. Повышение. Ага. Здесь в деталях не указано. Я просто хотел сделать построение. Очень мало. О, даже ополченец пошел. Ага. Где здесь построение теперь? Это у них 102 тысячи, да? А у меня? Нет, это у меня 102 тысячи. Ладно. Лечение войск. Выберем среднюю. За уровень дается... тоже проиграл. Уйти. Так, мои отчеты. Отчет башни дракона. Вот последний, да, который поражение. Ранен 80 тысяч. Я потерял 555. Но это только там войска. Не... В оригинальном замке все-таки стоит. Почему же он такой сильный? Жалко, я не могу создать построение. Выберем, может, легкого. Легкого тоже мы проиграли. Так, нажмем уйти. И, пожалуй, на этом закончим. А то видео получится слишком... Уже получилось слишком долгим. Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.